Ёб-рот, это чё, блядь, сколько обзор будет-то на меня? Салют, с вами Капуста на Шинкатер, это Versus Battle, заработаем, блядь! Судей на BPM нет, спонсоры сегодня... Главный спонсор Подливон, Кидалово на спорт. Давайте бухлишку подолью. Only you can make а это Юрец, в жопе холодец, а.к.а. певец, а.к.а. конченый алкоголец. МС слева начал. Юрец, ты что так накидался-то? А спонсор у нас сегодня магазин не Magia Games, магазин крутых игровых ключей. Заходи, это реальный магазин. Не то, что кидал его на спорт под Ливон, но это нормальные пацаны, там нормальные ключи, ссылочка в описании. Все, понял, давай. МС справа начал. Витюш, ты быстрее тащи фен, я сейчас первый раунд всру. Витя, ты дебил, нормальный мне фен, лед который. Ёба... Дурак! А витамины мои тащи! Колесо, колесо мне дай! Вот вы упыли, газгольдеровский! Ты меня до инфаркта доведешь, козлинов! Я из-за тебя чуть раунд не всрал! Дебила кусок! Пизда тебе! Пюпитер, давай быстрее! Батюш, Пюпитер... Я Василий Вакуленко, рэп-бот, рэп-бот! Я великий русский МС, рэп-бог, рэп-бог! Бахаюсь я оскорбинкой, хлоп, 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 хлоп! Ну а про тебя все тут забыли, ты лох, ты лох! Мамку твою буду! Сереженька. Конкурентов подгоняю, я топ, на газгольный рис все круто, он дом, мой дом, не являюсь пиздоболом, я топ, и карманы набиваю баблом, баблом. Ух, это было жарко. Лох, дайте заработку. Это был Версус BPM. Всем спасибо, все молодцы, я заработал, бэшка моя тоже не останется в накладе, все, все, идите нахуй, все, короче, пошли. Я вас где понабрал-то, а? В Екатеринбурге, баста. Я оттуда. У меня это, я не знаю, с Подливоном скоро контракт заканчивается, там опционами можно разжиться твоими? Зачем постоянно губы-то облизывать? Сейчас я вроде не употребляю, но губы все равно сохнут. На, попробуй. Да я как-то не это. Витя! Витя! Пробуй быстрее! Что я, Василий? Василий. Василий. Автор, ведущий, продюсер, инвестор, рекламодатель проекта «Магия» стал на ваш след. Бетис. Мишка, Алешка, держитесь там на скорую. Сказал про мамку и все. Мишка, Алешка, держитесь там на скорую. Сказал про мамку и все. Витюш, а напомни-ка мне, почему я блок магии не снял? Баста, братан, ну, во-первых, у тебя гастроли. А во-вторых, ну, чуть-чуть пропизделся. Я тоже думаю, что ничего страшного. Тем более тебя мед тогда отпустил, а ты ж дерзкий только под медом. Мед аскорбин, Витюш. Витамины наши. Да. Газгольдеровские. Половица скрипит. Уверен? Уверен? Не, вы что, с ума сошли? Это же аттестованный журналист. И тем более я с ним один на один там был. Баста, братан, я с тобой полностью солидарен в этом вопросе. Это вот этих не магия, да они такой хуй соса. А вот журналист, он аттестован. Следил, у тебя скриптонит обосрал. Где Словецкому слюни подотри, там говно. Не плачь, скриптонитушка. Папка еще 50 концертов даст. Прокормит тебя, витаминчик мой.
Выпускной! Ведь уже самый раз, чтобы треки писать. На, попробуй. Гуфанга долбит опять, походу. Кстати, ребята, наркомания — это плохо. Гуф, твою мать! Я же сказал, что ты больше не употребляешь. Маста, ты мой любимый корешочек, последний булик. Баста! Баста, братан! Если что, меня газгольдер в Израиль, думаю, отправит полечиться. Это нормальные витамины, баста! Что угодно, братка, в 5 сек. Замаячил на горизонте неслабый Герыч, и дело пошло веселее. Так точно! Иванов, падла! Это что такое? Это песня Нагана «Армия», в которой он поет про героин. Про героин? Быстро снимай и взять объяснительную, какого хера он такие песни поет. Я против мусоров и всякой там педерастии, и поэтому служу России. Красный, белый, синий, да я в любом состоянии готов служить России. Вон прет с Жириновским Серега Бумер, и походу в хуй не дует. Или дует, 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 джаз дует. Да. Алло. Алло, это Газгольдер. Кто это? Баста. Здравствуйте, мне Василию Басту нужно. Да. Баста, это, короче, кемеровские рэперы тебя беспокоят. Мы придумали новое объединение, Кривотрясы. Я МС Шахтер, возьму себе новый псевдоним, Баста. Кус Баста. МК Шахтера. Рядом со мной сидит Сквертонит, братишка. И еще у нас есть это, его кстати сейчас нету, Смоки Чмо. Да, Смоки Чмо. Кто это? Баста. Это рэперы кемеровские. О, что говорят? Тебя обратно отправлю, их возьму. Куда? На Газгольдер. Треки пишут классные, пацаны. А меня куда? А тебя отправлю этот в Екатеринбург. А я оттуда? Оттуда, да. Блять, ты не помнишь, откуда ты? Хер сказали долбить. Кому? Мне. Это он мне, что ли? Тебе, походу. Баста, это я-то Гривотряс? Я считаю, ты должен наказать его, выехать уже куда-то. Гривотрясы — это типа кайфовые пацаны, пользующиеся уважением и респектом. Точно? Точно. Витя, неси мне метаскорбина, что-то как-то напряжно стало. Децела чмом назвал. Это респект, Баста. За это прям вот... Наганом настоящим. Нет. Ты че? Слушай, Витюша. Пускай ты в красивом платьице, и тебе вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.